Усім своим жыццём Дмитрий Васильцов доказывает, для человека няма обмежаваных магчымасцяў. За плячыма спортсмена 27 марафонов на инвалидной колясце. Кожный по 42 километра. Дмитрий тройчы становился чемпионом Украины у гэтым виде спорту. Хэндбайк дал спортсмену магчымасць удзельнічаць у супермарафонах. Первый отбылся у 2015-м. Два года тому Дмитрий пераодолел 550 километров. Стартовал с родной шостки. Канчатковой кропкой марафона «За мир и сябровство 1» стал Могилёв. Все лето маршрут подолжился удвоя. Принцип управления как в велосипеде. Просто вы как бы педали крутите, а тут руками все. За счет рук крутишь, переключаешься. Вот с горки скорость большая, на горку ползешь, и черепаха. Ну, в общем, средняя выходит. Сколько выжить можете из него? Ну, разгонял я вот по вашим горам 57. Да. Это, то есть, ну, быстро едет очень, как велосипед. На маршруте Дмитрия сопровождает волонтер Андрей Володин. Кажа, люди позитивно реагуют на незвычайного спортсмена и его хендбайк. Все приветствуют, вот, просто приятно вот, во время движения. Кто посигналит, кто аварийкой поморгает, кто даже останавливается, снимает на видео, кто фотографирует. Ну, вот, в общем, сплошной позитив. Галоўная мэта марафона – прыцягнуць увагу грамадства да праблем людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Перш за ўсё – да пашырэння і развіцця безбар'ернага асяроддзя. 1100 кіламетраў Дмітрий Васильцов плануе пераадолець за 10 дзён. Ірына Бардзілоўская, Юрый Аўласоў, навіны рэгіёна.